Сегодня пригородные маршрутки в сторону Первомайска ближайших сел по-прежнему не ходили, хотя трассу уже расчистили. Дороги очень скользкие, и перевозчики не рискуют. Рейсы были только в несколько сел, рассказала директор автостанции Приднестровья Олеся Урсул. Те, которые находятся возле трассы, так, допустим, Владимировка, Малоежты, они находятся возле трассы, то есть перевозка туда осуществляется в полном объеме. Но, допустим, Никольская, Кременчуг, Копанка, туда рейсов абсолютно нет. С Тисканами тоже большие проблемы. Туда тоже сегодня была направлена буквально одна маршрутка, и то в конечном итоге она сошла с рейса, потому что дорога очень скользкая, и перевозчики на самом деле опасаются выполнять рейсы пока в том направлении. Почти все григориопольские села сегодня тоже остались недоступными для транспорта. Из-за сложных погодных условий сократили только пригородные рейсы. Межгород, маршрутки на Рыбницу, Каменку и обратно сегодня ходили как обычно. Единственное, из-за скользких дорог ехали в среднем на 30 минут дольше. В такую погоду автостанции поддерживают связь с дорожными службами. Утром, когда открывается автостанция, выходит первый транспорт на линию, мы получаем информацию о тех или иных заторах. Мы обращаемся в дорожную службу и, естественно, просим в ускоренном порядке расчистить тот или иной участок. То есть они узнают от нас информацию о том, что где-то есть затор, а уже момент того, когда будет произведена чистка снега, это уже исключительно в их компетенции. Завтра в автостанциях надеются все-таки запустить пригородные маршруты. Перевозчики готовы выйти на линию. Все будет зависеть от погоды.